В школе номер 10 прошел День памяти, посвященный Андрею Юбко, погибшему при исполнении служебного долга. Такие мероприятия важны для молодого поколения, которое должно помнить и знать своих героев в лицо. Андрей Юбко в свое время окончил Щелковскую школу номер 10. Он прошел Афганистан, а в 1995 году от Щелковского ОВД в составе сводного отряда Московской области был откомандирован в Чечню. В районе населенного пункта Самашки он эвакуировал экипаж подбитого боевиками танка и принял огонь на себя. Экипаж был спасен, а вот Андрей получил смертельное ранение. Героя посмертно наградили орденом мужества и навечно зачислили в списке личного состава межмуниципального управления МВД России Щелков. Теперь вот уже который год подряд бывшего выпускника в стенах его родной школы вспоминают с гордостью и слезами на глазах. Ах, мой сынок, на какой из чужих дорог стынет сердце твое на снегу, я молитвой тебе помогу. Стараемся, чтобы в этом мероприятии обязательно принимали участие ребята, ученики школы, где учился Андрей, конечно, родители, конечно, ветераны, конечно, действующие сотрудники патрульно-постовой службы, там, где служил, проходил службу Андрей Юбко. К Андрею я испытываю чувство гордости, поскольку я собираюсь в будущем посвятить свою жизнь служению Родине, хочу стать офицером, и я, несомненно, горжусь его поступком. В завершении мероприятия его участники возложили цветы к мемориальной доске, которая установлена в школе. Мария Буржинская, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково».